Литчанин Виктор Горбачевский отличился на открытом чемпионате мира по пауэрлифтингу. Международный турнир проходил 16 и 17 декабря в Москве и собрал более 3400 участников из 24 стран. Соревнования подразумевают преодоление максимально тяжелого веса для спортсмена. Так, силач из Лиды Виктор Горбачевский выступал в весовой категории до 110 килограммов в номинации «Жим штанги лежа» в однопетельной софт экипировки. Пауэрлифтер успешно завершил упражнение и в третий раз в своей карьере стал чемпионом мира. Выполнил все три подхода. Первый подход пожал 230 килограмм, второй 235 и третий 237,5 зафиксировал. И пошел на мировой рекорд 243, но не получилось. Немного устал, скажем так. Соревнованиями очень доволен, результатом тоже. Это тяжелый труд, который подводил меня целый год к чемпионату мира. Но, как говорится, все получилось, все срослось. Конкуренция была очень большая в этом году. И приходилось, вот поэтому я и пошел четвертым подходом только на мировой рекорд. Поэтому отрыва большого не получалось, и поэтому я контролировал соперников. Организация была на высоком уровне. Из Беларуси участвовали там спортсмены из Минска, я знаю, с Бреста, с Гродно. С Лидой участвовал я один. Что можно еще добавить? Что тренировки, как говорится, не проходят зря. И всем хочу сказать, тренируйтесь, еще раз тренируйтесь, чтобы быть всегда в форме.